Идеальный фанат должен быть... Да что там быть, он уже есть, это я. Идеальный фанат, он такой... Юрий, я твой фанат, такой домой за тобой идет, и на работу за тобой ходит, потом и в магазине с тобой продукты покупает, молочко вместе пьете с утра, и такой... Опять такой... Идеальный фанат, он должен быть красивым. Веселым, понимающим. Должен быть красивым, обаятельным и уметь лайкать. Знаете, так произошло, что этот целый год я был идеальным фанатом. Идеальный фанат должен быть лысым, бородатым. Девочка должна быть лысой, бородатой. Должны быть все похожи на меня, да. Поехали. VIP! VIP! Ему должно быть не более 14 лет. Он не должен знать все правила правонаписания. Он должен владеть фотошопом. У него должны быть друзья, которые смотрели, и у них такое же мнение. У него должна быть одна фотография на аватарке, и не его. Агрессивным. В меру агрессивным. Ни в коем случае не хейтером. Живым. Не мертвым. Можешь поддержать любимую команду, но... Лучше всего поддерживать ее не в интернете, а придя в зал горячими аплодисментами и суперсмехом. Фанат должен уважать соперников, его любимчиков. Вот, если он их не уважает, он как-то нетрезво смотрит на все, нетрезво смотрит на выступление, и вообще у него как-то все не так получается. И он резко заходит в контакт и начинает писать всякие гадости. Вот примерно вот такие фанаты. Становитесь настоящими фанатами, потому что любить надо абсолютно все команды, потому что мы все стараемся ради фанатов, и вы стараетесь ради нас, вот этими штуками. Идеальный фанат должен дарить дорогие подарки, наверное. Там квартиры, машины, айфоны. Просто обычно фанаты, они просто пишут ВКонтакте. Он должен быть дур на смех. Ну, чтобы ржал со всего, и будет нормально. Идеальный фанат носит блескучие штаны. Настоящий фанат должен быть... нормальным. Главное, чтобы он не был таким, как чемпион Лиги Смеха, прозрачным. Идеальный фанат, я думаю, должен быть с двумя ручками и с двумя ножками, чтобы он ручками раз-раз-раз и ножками раз-раз-раз и в два раза громче аплодисменты. Идеальный фанат – это та людина, яка на кожній грі сидить в залі і кричить: «Крава, я хочу от тебя ребенка!» Он должен быть сильным, харизматичным, подкачанным, щедрым. И все. Має завжди нам лайкати відео ВКонтакті, наші аватарки, і любити трошки поїсти після шести. Ранку. Фанатеть. Вот это главное, фанатеть. Заботливый, внимательный, дарить подарочки класненькие там всякие. Вот. Ідеальний фанат – це людина, яка голосно сміється, класно аплодує і в кінці приносить тобі на сцену просто громаднішу хапку квітів. Ідеальний фанат – це той, який не кричить тобі «фу». Ідеальний фанат має бути, во-первых, немножечко похож на маму і завжди підтримувати своїх любимчиків. Спасибо, мама. Він має бути в кепці, обов'язково, в клетчатій. У нас є стольчик. Идеальный фанат должен быть таким человеком, который накручивает тебе подписчиков, накручивает себе подписчиков, накручивает подписчиков Виталию Гончаренко. Ой, извини. Виталию Гончаренко накручивает подписчиков. Я сейчас не за фанатов скажу, я передаю привет маме своей, маме Виталика Гончаренко, Светлане. Все. Да.